И всем привет, ребята, с вами я, Транспорт Channel. Я сейчас нахожусь на карте Калужско-Рижской линии в Гаррисмот метрострой. Я нахожусь на станции Новые Черемушки, но сегодня вот мы не будем кататься вот на поездах, а сегодня я хочу вам показать одну пасхалочку на этой карте. Так, вот мне там один друг, он пишет. Сейчас вот я хочу вам показать вот одну пасхалочку, которая находится вот на этой карте. Сейчас вот мы пойдем. Я сейчас использую режим полета. Вот, ищу вот как раз перегон, на который, ну, на, собственно, на котором находится эта пасхалка. Так, сейчас. Так, все, сейчас вот мы направляемся искать вот эту пасхалочку. Так. Так, вот станция Профсоюзная. Вот уже сейчас уже временно составы Москва-2020 не работают на КРЛ. Но это снова из-за БКЛ. Так, сейчас. Ну, просто вот уже недавно большая кольцевая линия полностью замкнулась. Открылись последние новые станции на БКЛ. Сейчас вот большая кольцевая линия обогнала вот китайский метрополитен. Так, стоп. Сейчас посмотрю вот там вот пасхалочку. Так, сейчас, может, где-то тут вот пасхалочка находится. Так, сейчас. Так, тут нету. Так, сейчас. Так, ну где-то здесь, по-моему. Так, сейчас. Где же эта пасхалочка? Так. Ну, я вам её сейчас обязательно покажу. Так, сейчас вот найдем ее. Да, вот эта пасхалочка. Чарли, когда ты уже купишь Джеку пиццу? Ну когда, вот прям. В общем, вот эта пасхалочка, вот на КРЛ, вот. Это вот. Токарь, наверное, написал вот эту пасхалочку вот про Чарли Фрая и Джека Севера. Ну, я ссылки на их каналы оставлю в описании, естественно. Короче, если вам эта пасхалочка понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!